поговорим про фильмы. Quel film aimes-tu mieux? Quel film aimes-tu mieux? Повторяйте. Quel film aimes-tu mieux? Je préfère les films d'aventure. Et toi? Je préfère les films d'aventure. Et toi? Повторяйте. Je préfère les films d'aventure. Et toi? Moi? J'aime les films d'amour. Moi, j'aime les films d'amour. Повторяйте. Moi, j'aime les films d'amour. Regardes-tu les films modernes? Regardes-tu les films modernes? Повторяйте. Regardes-tu les films modernes? Oui, surtout les films de réalisateur Luc Besson. Oui, surtout les films de réalisateur Luc Besson. Повторяйте. Oui, surtout les films de réalisateur Люк Бессон. Молодцы. Aimes-tu le film Wasabi? Aimes-tu le film Wasabi? Повторяйте. Aimes-tu le film Wasabi? Bien sûr, là il y a beaucoup de vedettes. Bien sûr, là il y a beaucoup de vedettes. Повторяйте. Bien sûr, là il y a beaucoup de vedettes. Et des scènes animées? Et des scènes animées? Повторяйте. Et des scènes animées? C'est pour les enfants, mais j'adore beaucoup. C'est pour les enfants. Mais j'adore beaucoup. Повторяйте. C'est pour les enfants. Mais j'adore beaucoup. As-tu regardé Ratatouille? As-tu regardé Ratatouille? Повторяйте. As-tu regardé Ratatouille? Ratatouille?
Oui, le dessin animé avec la belle souris. Oui, le dessin animé avec la belle souris. Oui, le dessin animé avec la belle souris. Повторяйте. Oui, le dessin animé avec la belle souris. Veux-tu assister sur la séquence? Veux-tu assister sur la séquence? Повторяйте. Veux-tu assister sur la séquence? Молодцы. Oui. Et prendre une autographe chez vedette. Oui. Et prendre une autographe chez vedette. Повторяйте. Oui. Et prendre une autographe chez vedette. А теперь давайте разберемся с переводом данного диалога. Какие фильмы тебе нравятся больше? Я предпочитаю приключенческие фильмы. А ты? Я очень люблю фильмы о любви. Смотришь ли ты современные фильмы? Да, особенно фильмы режиссера Люка Бессона. Тебе нравится фильм «Васаби»? Конечно, там много кинозвезд. А мультики? Это для детей, но я очень их люблю. Ты смотрела «Рататуй»? Да, мультик с красивой мышкой. Хочешь ли ты поприсутствовать на киносъемке? Да, и взять автограф у кинозвезд. Ну, достаточно такой приятный диалог. Мне он очень нравится, как бы самой. И я могу сказать, что достаточно такая распространенная у нас сейчас тема про кино. Мы всегда любим общаться про кино, всегда мы интересуемся последними новинками. Кино вошло в нашу жизнь как обычное дело, поэтому поговорить про кино можно просто будет очень легко, просто взять какие-то предложения, какие-то моменты, задать вопрос самому и получить на них ответ приблизительно такие, какие вот даны здесь. Поэтому если вы отработаете данный диалог, вы сможете легко и свободно общаться на тему кино. Ну что же, у нас тут, конечно, все идет по расписанию, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Итак, значит, сначала я вам, как всегда, даю вопрос, а вы отвечаете. Поехали, я вопрос, вы ответ, я вопрос, ответ, то есть все по порядку. Я начинаю, вы продолжаете, я начинаю, вы за мной. Ну все, поехали, я вопрос, вы ответ. Работаем с улыбкой. Quel film aimes-tu mieux? Вы? Moi, j'aime les films d'amour. Oui, surtout les films de réalisateur Luc Besson. Bien sûr, là il y a beaucoup de vedettes. C'est pour les enfants, mais j'adore beaucoup. Oui, le dessin animé avec la belle souris. Oui, et prendre une autographe chez vedette. Разговор у нас с вами получился, а это главное, нам надо уметь говорить. Ну, правда, у нас не совсем получилось то, что я вам вопрос задавала. У нас получается как бы фразы по порядку. Не всегда совпадают, но вы поняли. Ну что же, теперь начинайте вы, потом я. Вы, я. Вы начинаете первыми. И так по порядочку. Поехали, быстренько. Je préfère les films d'aventure. Et toi?
Regardes-tu les films modernes? Aimes-tu le film Wasabi? Et dessins animés? As-tu regardé Ratatouille? Veux-tu assister sur la séquence? Très bien, превосходно, молодцы. Вы сегодня хорошо отработали данный диалог. Надеюсь, все диалоги, которые мы отрабатываем с вами, вам не нравятся. Они очень красочные, они очень красиво оформлены. Мне достаточно нравятся они. Так, еще раз повторюсь, может быть, я об этом не говорила. В нашем разделе курса «Французский легко». Помимо того, что вы можете отрабатывать данный диалог на слух и смотря на монитор вашего компьютера или любого другого устройства, где вы изучаете курс, можно также распечатывать. Но распечатывать получится, конечно, только на компьютере. Кнопочка «Печать» или «Картинка». Скорее всего, там будет стоять кнопочка «Печать». Там вы сможете распечатать данную картинку. На картинке будет изображен диалог в текстовом виде. Вы можете распечатать и упражняться дома, читая себе, видя перед глазами и как бы собирая картинки, разделы и делай из них как бы книгу. У нас вообще курс такой мультимедийный и еще добавок такой, чтобы можно было распечатывать. Для вас это будет очень удобно, чтобы вы могли распечатывать и упражняться еще не только смотря, то есть на монитор, а еще вы можете сначала упражняться на компьютере, включить, потом распечатать, потом где-то сесть, допустим, дома на диване легко и свободно, спокойно читать данный диалог и работать. Ну, так вообще все диалоги. Также с текстами, также с многими разделами нашего курса. Это просто вам я напоминаю. Ну что же, диалог номер 8 заканчивается. Отрабатывайте его, пожалуйста. Ну что же, с вами была Евгения, повторюсь. До следующего диалога.